Angeya champeya tadidvinindi rochi pravaha snapitanam avrinde banduka bandu dyuti divya vashi brinde numaste charana ravindam. Перерывами был один срок установления божеств. Мы готовились к нему, потом это отменилось и как бы это все замедлилось. А к этому установлению мы уже больше подготовились и сейчас как бы небольшой марафон, чтобы это все завершить. Это прекрасная гардеробная Рады Кришны. Она делалась за один месяц. Я вспоминаю все время про Прабхупаду. Кришнабаларам мандир был построен за 2 года. Но видя, как это создавалось, я все время видела этот пример, что преданные настолько энтузиастичны и настолько действительно очень хотят служить Кришне, что они вот сделали такую чудесную гардеробную. И причем Кришна выбрал себе того, кто сделал это умно очень. Это. Rasa vilaso vasatischa vrindavane twadi sangri saroja seva lavya cha punsam kripaya tavaiva brinde numaste charana ravinda. Сейчас мы шьем одежды для Шри Радхи Кришны и Шри Гаурани Тай на установление. В основном мы шьем из натурального шелка. Подкладка делается из хлопка. Используем тесьму, бусинки, стразы, пайетки. Много костюмов у нас сделано из шелковых натуральных сари. Преданные у нас профессиональные, есть дизайнеры, профессиональные конструкторы, вышивальщицы, просто желающие помочь в этом. Ну, женщины все склонны к такому виду рукоделия, поэтому очень много матаджи. Ну, мы так посчитали, наверное, уже больше 200 человек участвуют в этом служении. Vrinda samprapya vrindavana nitya vasam tatprema seva bhavate kritata Gangeya champeya tadivi nidhi rochi praha snapitanam
требованию GBC мы заранее должны были повысить стандарт, который у нас уже несколько месяцев мы поддерживаем. Это два полноценных ужина у нас велось в меню. Чтобы им поклонялись только те, кто живут в храме. Те, кто живут в храме, должны прежде всего проповедовать. Брахмачари должны прежде всего проповедовать. И поклонение божествам – это прежде всего задача грехаст. Before beginning this entire ceremony of Radha Krishna Pratishtha, прежде чем мы начнем всю эту церемонию установления Шри Радха Кришны, are you ready? Вы готовы? Are you ready to take care of the Radha Krishna deities throughout your life? Вы готовы заботиться о божествах Радха Кришны всю свою жизнь? If you have any doubt, если у вас есть хотя бы какие-то сомнения, we will stop. То мы прекратим все сейчас же. You must give. Вы должны дать your consent. Свое согласие. You must give your consent in front of Srila Prabhupada. Вы должны согласиться с этим перед Шрила Прабхупадой. Перед всеми вайшнавами. That you will take the responsibility. Что вы примете эту ответственность. Uninterrupted service of Shri Radha Krishna. Чтобы служение Шри Радха Кришне было непрерывным. You should promise. Вы должны пообещать. You should never leave. Что вы никогда не оставите. The service of Radha Krishna. Не прекратите служение Шри Радха Кришне. Are you ready for? Вы готовы на это? Narayanam namaskritya naram chaiva naruttamam devim sarasvatim vyasam tato jayam utiraye Narayanam namaskritya naram chaiva naruttamam devim sarasvatim vyasam хотел, чтобы кто-то
обучился установлению божеств в соответствии с Панчаратрикой. В Хайдарабаде он установил поклонение Шиши Рада Мадан Мохану, Шри Джагунат Балдай Субадри, Шиши Гуру Нитай. И он вовлек южноиндийских браманов, чтобы они совершали эти церемонии установления. Все они принадлежали к Шри Рамануджи Сампрадаю, Шри Рамануджи Браману. После того, как все церемонии были завершены, Шрила Прабхупада попросил главу этой группы, мистер Шриман Сампад Кумар Бхаттачарья, не могли бы вы обучить всему этому наших студентов? Он сказал, да, конечно, мы можем обучить. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы его ученики обучились в системе Панчаратри и совершали это в соответствии в наших центрах ИСКОН. Чтобы каждый преданный нашей общины, для него приход Рады Кришны это было действительно серьезным событием в его жизни, чтобы это не было просто каким-то шоу, кто-то что-то устанавливает, и это очень прикольно, очень интересно посмотреть, что же там будет. Нет, это означает, что для каждого из нас, преданного этой киевской ятры, это рубеж, когда мы поднимаем стандарт в своем сердце. Может быть, это будет повышение каких-то внутренних стандартов, может быть, каких-то внешних. Это не так важно, но каждый должен почувствовать и проникнуться этой идеей. Я должен как-то меняться. И с приходом Рады Кришны это лучшее время. Время настало. Время настало. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. У нас есть возможность слушать о Кришне, у нас есть возможность говорить о нем. Мы занимаемся тем, чем занимается душа. Мы еще можем заниматься. Сегодня, когда открылся алтарь, и когда я первый раз увидел Господа Кришну, Шримати Радхику, до этого я специально никак не подглядывал в щелочку, не смотрел. Я просто хотел их первый раз увидеть сразу на алтаре. И красота Господа взяла сердце, вынула из этого бренного тела и забрала себе. Это красота. Чудо произошло. Радха и Кришна пришли к нам, это уже факт. И уже сознание людей поменялось, уже вокруг, как-то вся среда вокруг нас трансформировалась. И чувствуется какая-то, знаете, вот такая плотная энергия бхакти, которая распространяется вокруг. Это превзошло мои ожидания, потому что я не подозревала, что это будет настолько, ну, как бы, откликаться в сердце, оно будет радоваться, потому что отношения с Богом – это какая-то тайна мистическая, и ты не знаешь, как ты, ну, как твое сердце на это отреагирует. Всем хочу пожелать действительно искренности, любви, гармонии. Это вот праздник, тот, который нас сегодня ожидал, на котором мы сегодня были. Он действительно очищает сердца, очищает умы всех людей. И желаю всем чистой, огромной любви.